Время почти 8 утра. Наша героиня уже проснулась, поэтому сейчас мы идем с вами к ней в гости. И в этом выпуске мы проживем день фигуриста. Пойдемте, и пока мы поднимаемся, не забудьте подписаться на канал Фигурка, чтобы не упустить все самое интересное. Погнали! Доросла, мне кажется, вот это называется старость подкралась незаметно. Фигуристы ко мне уже обращаются на вы. Пикачу. Да, у меня же есть салфетница и все. Пикачу. Как твой талисманчик, да? Да. Ну, а эта квартира, я как понимаю, это просто такая съемная, тренировочная. Да. Мы сюда приезжаем только спать. То есть, ну, всю неделю ты здесь. То есть, чтобы было близко, но прям напротив катка. Да. Будете что-то? Перейдите. Кофе, чай. Вот она, хозяюшка. Кофе, чай. Тост могу пожарить. Тост? Подожди, а ты сама себе завтрак готовишь? Или конечно. Мама помогает? Нет, сама. А у меня готовить тут нечего. Так особо. Редиска, огурцы, сыр. А, и что ты варишь? Это гречку. Я на сегодня на обед варю. А на обед только гречка будет? Ну, я думаю, что да. Пока что я ничего не нашла, что положить. Все, я тогда переоденусь сейчас и... Да. Пожалуйста. Давай. Скучаешь уже по временам, когда можно было поспать? Ну, не знаю. Уже вот как-то влились, и мне это больше нравится, чем отдыхать. А на карантине вы вставали в 9, потому что тренировались, или...? Да, мы бегали. Я вот, ну, и в Инстаграм выкладывала свой, и в принципе, мы вот всего пробежали 200 километров. Ну, за весь карантин. А за, получается, 23 дня 100 километров пробежали. Вот мы с папой, с сестрой бегали. А взвешивание когда? Сегодня? Не знаю. Нет, надеюсь, нет. Взвешивание в понедельник страшная штука. Да ну не, вообще, в принципе, страшно. А сколько раз в неделю вас взвешивают? Ну, Сергей Дмитриевич, он такой непредсказуемый. Он может взвесить вечером, когда ты вообще не ожидаешь. Может взвесить утром. Может вообще не взвешивать неделю, а потом каждый день будет взвешивать. Ну, в общем. Так, вот это я понимаю обед. Два актимеля, гречка, протеиновый батончик и кусочек шоколадки будет. Да. Так, ну сейчас... Родители не пускают, да, на каток? Да. А вообще, я знаю, мама смотрит. Ну, то есть у вас прям да. Это приветствуется, чтобы родители сидели на тренировке. Ну, вот приветствовалась. Сейчас я не уверена, что в новом сезоне это может быть. Потому что Сергей Ильич там раздумывал это решение. Может быть, будет, но нет. Почему? Ну, по каким-то причинам, наверное. Есть дети, которые отвлекаются очень сильно на родителей. Mm. И ему это как бы не нравится. А тебе самой как комфортнее? С мамой. Мама как бы прям к тренировкам отношения не имеет. Она вот как поддержка, как вот, ну как мама в основном. А тренер это тренер, он ошибки говорит. Все? Нашли до полчаса. Да. Пока, мамочка. Тренер, да, так называется? Да.
смотрите, как могу. Опа. Ну, еще свободнее руки и переход. Но все равно вот этот вот, вот совсем вот не свежий вот этот скрестный шаг. Но совсем, ты едешь там, все прижато. У тебя меньше звук, чем обычно, конечно, но там вообще должен быть темповой. Соф, надо сделать это. Чем больше протянешь, тем тяжелее потом будет. Быстро в понедельник сделала, все, закрыла вопрос. Плечи, руки, да, 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 да. Вот он арабеск свободный вот такой должен быть, да, вот в растяжечку туда, не уходи плечами. Давай с арабеском. И лопатки, голову наверх. Спокойнее немножко. Вот пошла вот эта разъезжалочка, раз, и сразу быстрее вот сюда довернулась лицом и держишь взглядом. Держишь вот уже вот здесь, да. Здесь мягко, а вот этот наверх в корабле чуть-чуть, оп, туда поддай. Чуть ярче, вот так, да. Соф, уже 2,5 часа на ней стало? Немножко, да. Немножко, 2,5 часа уже пашешь. Сейчас мы по 2 часа катались. Да. Скоро ты заканчиваешь? Сейчас у меня еще 3 минуты хореографии и 3 минуты я на лыжах. О, мама Лия! Часть, да, прошла? Да. Но 3 часа льда. Ну, скажи правду, устала? Ну, конечно. Какая часть из того, что сейчас было утром, твоя любимая? Горшкова. Прям любишь-любишь, прям, да. Дай попрыгать. У тебя сейчас полчаса, получается, перерыв. Ты успела поесть, вкусная гречка была? Да. Молодец, вкусную гречку сварила сегодня с утречка. Ты успела поесть. Если не общение там сейчас со мной, чем бы ты занималась? Полежала бы. Полежала бы в Инстаграм, ТикТок? Да, что-нибудь, да, посмотрела. А читаешь новости фигурного катания? Там, пишут ли про тебя, там что болельщики написали, на форумы заходишь? Ну, бывает, да. Там в Телеграме, допустим, есть какой-то канал. Там в Инстаграме намного тоже подписано. Так, редко. Прочитала в интервью, ты сказала, что не видишь для себя лучшего примера, нежели Женя Медведева. И мне стало интересно, что конкретно. То есть ты для меня это новое поколение, другое поколение, да, не мое. И мне вот интересно, что именно может стать вот примером, какие качества, может, какие-то поступки. Ну, во-первых, ее характер, сила воли. Она 3 года шла, ну, вообще, ну, она была, считалась непобедимой. Вообще была... Первый с очень большим отрывом выиграл. Ну, как кататься, она очень нежно, плавно, очень хорошо на эмоции через экран даже передает, что ты чувствуешь, что она чувствует в это время. Наверное, этим. Ну, мы чуть-чуть не успели с тобой. Да. Мы просто с Софой, она вышла когда с тренировки, она тренируется ведь на одном катке ЦСКА, а Женя Медведева сейчас еще на другом тренируется из-за всей этой карантинной истории. И мы увидели в Инстаграме, что Женя сидит на лавочке у другого катка, думали увидеться с ней, но, к сожалению, Женя уже к тому моменту уехала. Да. Ну а вообще поймать ее реально, как
думаешь здесь? И она выложила в Инстаграм историю, я когда открыла, было одну минуту назад, что она сидит в нашем зале. И все в этот момент, я говорю, а Женя Медведева у нас на катке. А мы не думали, что она приедет. Ну, то есть мы даже не знали. Вот, и все бегом туда в зал, она сидит, все у этой двери стоят. Ну, там, понятно, некоторые попросили, там можно сфотографироваться. У нас было много, человек 20. Ну, и она куда-то бежала. Она там сказала, нет, там, ребята, извините. Вот, конечно, некоторые так расстроились, блин, жалко. А потом получилось, что я шла, по-моему, с массажа, вот на старом катке. Шла и внезапно ее увидела, и она куда-то шла, я думаю, пока что не буду кликать, обратно пойдет, сфоткаюсь, если не пойдет, то что-то судьба. И она пошла, и я уловила ее. Но постеснялась сфотографироваться, попросить? Нет, или... попросила потом, да. Вот, у меня есть фотки, даже, по-моему, в Инстаграме. Я устала за сегодня, почти 12-часовой рабочий день. А когда ты уроки делаешь вот в период школьный? Ну, иногда у меня бывает репетитор перед всеми тренировками. Допустим, либо русский язык, либо математика. Бывает, допустим, тренировка заканчивается в 12, у меня 12-15 репетитор до 13-15, и в 13-30 у меня уже хореография. Ну, то есть прям вот впихнут, плотненько. Да, очень плотно. Слушай, ну сложно, наверное, совмещать учебу и катание. Ну, выбора нет, я понимаю, но все же. Ну да, сложно так же. Вечером приходится делать. В школу уходим. Получается, вот сейчас, так как каникулы, будем уже говорить учителям, чтобы принимали нас темы сдавать. Огромное спасибо Светлане Петровне и Марине Леонидовне за то, что идут мне навстречу, за то, что где-то в каких-то мелочах, может быть, закрывают глаза так. Вот. Сегодня весь день ЦСКА, и я поняла, что ты-то вообще ЦСКовская девчонка. Ты здесь начинала прям с 5 лет. Да, у меня... Мы сюда пришли к первому тренеру, бифагировали Лера. Я с ней проработала почти 6 лет. Мы с ней прям долго-долго работали. Вот, а потом я уже перешла к Сергею Дмитриевичу. Лилечка, передаем тебе пламенный привет. Вот видишь как? Да. То есть ты такая прям местная, знаешь, да. Как это большая редкость, в принципе. Сейчас уже почти 8 часов. Что будешь делать дома? Ну, поужинаешь, понятно. Да. Опять моцареллой? Да, огурцами и редиской. Потом у меня вот есть блокнотик, я там рисую, пишу, граффити рисую. Угу. Вот, разные имена пишу по-английски, и, ну, потом так раскрашиваю, вот. Порисую, потом уроки также поделаю, если есть там домашнее задание, задали, сделаю, вот. Обязательно порастягиваюсь сейчас, сначала я порастягиваюсь, потом пойду кушать, вот. Ну и все, потом спать, не так уж много времени есть. Спасибо тебе большое за этот день.
Увидимся с тобой на даче. Да. Я приеду посмотреть, как фигуристы проводят свой выходной, потому что если уж показывать жизнь фигуристов, то показывать ее по полной программе. Давай, я тебе желаю удачи. Спасибо. Спасибо большое за этот день. И вам спасибо. Ну вот она, долгожданная суббота, выходной с родными на даче. Ну, как оказалось, это выходной лишь от фигурного катания, потому что большую его часть занимают репетиторы по школьной программе. John is healthier. Еще раз, превосходная степень, как образуется? Ну что, позанималась английским? Да. Выходной называется. Репетиторы, репетиторы, репетиторы. Вот, ну это твоя медаль, да, между репетиторами? Давай, расскажи, что здесь у тебя. За все 6 лет, сколько. Самый первый кубок папа тут даже, видите, подписал. Это в Снежкоме в 14 году, 13 марта 14 года. И игрушечки. Тебя на лед бросали? Да, это практически все. Это мне сам Идзурухали. Мы были, по-моему, на каком-то этапе тоже. Ну, на взрослом. Вот. И ходили, встретили его, и он с таким большим мешком ходил. Вот, и подарил мне такого. Дашулечка. Сестра. Даша, ну смотрите, Даша рисует у нас маслом. Даша, скучаешь, да, без Софы, да, целую неделю? На даче же уезжаем. Да, Даша сейчас на даче на 2 недели уезжает, и мы вообще очень редко. Тут 2 раза в месяц. Так, ну вот у тебя один выходной, половина дня уже за репетиторами прошла, да. Еще половина, что ты будешь делать? Ну, сейчас мы пойдем погуляем с собакой немного, там команды ее, надо учить командам разным, потому что грустить что-нибудь мало. Трейси, иди ко мне. Сидеть. Класс. Лежать. Нет. Трейси. Сидеть. Лежать. Молодец. Ой, смотри, ревнует. Да. Сидеть. Джуна, сидеть. Дай лапу. Вот, молодец. Ух ты, молодец какая. Вот это наш пепел. Британец. Да. Ух ты, пусть, я обожаю британцев. Вот она, еще одна пришла. Вот она кайфует, конечно, на этом батуте. Вот такая краткая, но емкая экскурсия по распорядку дня, дней, недель фигуристов в 21 веке. В частности, победительницы финала Кубка России Софьи Самоделкиной. Ну, тяжело ведь. Да. Ну, как говорят, тяжело в учениях, легко в бою. С вас лайк, комментарии. И подписка. И подписка, спасибо большое. Вот они, юные спортсмены, знают гораздо лучше меня, что нужно делать с видосиками, да? Да. Обязательно подпишитесь на канал, потому что все самое интересное о фигурном катании, о нашем любимом виде спорта, только на нашем канале. И, естественно, по традиции прошу вас осыпать комплиментами мою героиню, прекрасную Софью Самоделкину. Спасибо тебе большое, я желаю тебе успехов, удач и исключительно чистых прокатов в новом сезоне. Спасибо и вам. И мне тоже чистых прокатов, друзья. Да. Всем пока.